Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Alive, и сегодня мы будем сражаться командой зубастиков-здоровяков, да, мы будем идти в бой полноценными, точнее, полноразмерными хищниками и тераподами, в общем-то, будем надирать задницу. Кстати, у противников у нас точно такие же зубастики, только, наверное, отборные, с высоким уроном, да, вот типа вот Рекса, он еще и быстрее оказывается. Так, ладно, ну давайте, Гарга-то один удар выдержит. Вот это поворот. Так. А если вот так? Какое у тебя есть усиление? И что ты там? Маюнга какой у нас, да? Это же Маюнга. Но он только сразу и умрет, да? Нет, не умер. У него максимальная контратака, нит кисла. Скорость слабенькая, одинарный урон и щит есть, да? Ну, попробуем щит. А, он нам тут не поможет. Нас сразу проатаковали. Так, вы вообще там на что-то способны? Мы вообще первый бой пройдем. А то, конечно, я не выбирал их, просто взял самых крупных. А они как бы... Так, ну этого мы потеряем, реально потеряем, потому что он сейчас нас как укусит, так мало не покажется. Ну, две, может, не пробьет? Ага, ну кританул знатно. Да, мы ответили, конечно, тем же. Так, это у нас тарбозаврик. Кто вдруг не знал, а против нас гаргозаврик. Так, ладно. Этого мы, конечно, сейчас потеряем. О, он кританул. А какой шанс крита-то у нас был? Не успел посмотреть. И его величество Литронокс. Я вообще не помню, чтобы я им сражался. Черт, он маловат. Маловат, я думал, был побольше. Вот это он укусил. Еле поцарапал. Ну, а, у него контратака была. Но он крохотный, да, Литронокс. Тиранозаврик пушистый. Ну да. Хоть уровень у нас и был чуть побольше, но как-то тогда этого совсем мы не ощутили. На второй бой пойдем вот такими вот ребятками. Посмотрим, на что они способны. Так, ну начнем. С кого? Давай, с Тарбика. Тарбозавр против Аллозавра. Так, ну они примерно равные, ребята. Косарь мы сняли. Косарь он снял. Я 700 снял. Он 600 снял. Вот тут даже не знаю, что его теперь делать. Ну, я бы мог его пробить, я просто хочу посражаться же разными динозаврами. Оу, да, кританули, конечно, контратакой мы отбили, но это считай, что да. Так, прилетело нам конкретно, думал, полегче все-таки будет. Так, ну этого парнишку мы сливаем. Блин, ну чуть-чуть не хватало, блин, не удалось нам посражаться. Гриппозуха. Зухататор, давай. Блин, правда, против него это не очень хорошо заходит. А, двойной урон, это больно. Еще и критом. А на него это все не сработает. И нейтрализация, ни кровотечение. Блин, он сейчас как выдаст. Крит, еще раз крит. Черт подери, мне тут не кем сражаться. Ух, ну слава яйцам, хоть кританул. Может, я хоть следующему успею выдать кровотечение. Ага, фигушки, у него тоже, наверное, иммунитет. Блин, иммунитет. Ну что ты будешь делать? Ну
Да, ну, конечно, добровольно я не подменился, мы не использовали вот эту вот штуку его. Какая у него там контр-атака, пассивное умение после замены даун. Ну, то есть мы себя не пробустили. Ну, давай пробустим так. Оу, мы вообще выживем. Пробивай его. Не пробил. Вообще-то мы на волосах смерти были, ребята. Иммунитет, конечно, дает преимущество. Блин, надо брать ребят покрепче. А то сейчас шанса проиграть у меня уже нет, только победа. Так, бой номер 3, ребята. Так, что мне тут осталось? Так, ну этих брать уже, наверное, не буду, Зухататора. Хотя нет, Зухататор стоит взять. Он пригодится нам. А, у меня есть 12-й. 12, вот 11-й, 12-й. Есть такой парень. Давайте тогда вот так пойдем. Спинатозух будет нашим страховочным динозавром. Он затащит, надеюсь, если что. Choose your destiny. Давайте спинича возьмем. Спинозавр против тарбозавра. Так, мы быстрее. Ну, давайте кровотечение. Ну, это сразу, короче, в нашу пользу решит этот бой. Потому что... Так, а обычным ударом я его пробью. Ладно, давайте так. Готов. Ну, вот это удары, видно, повеселее. Сразу его легко вынес. Спинич. Иритатор. Родич мелкий. Так. Ну, если он себя усилит, то ему точно хана. А так, может, и пробьет. Не, не пробил. Что ты будешь дальше делать, животное? Я хочу тебе закровоточить. Давай, усиляйся. Не. Чё, не захотел. Прикольно, так у него плавник светился, как будто бы он какой-то лавовый. Так, вот, кстати, наш тоже иритатор есть. Так, а это работает-то на сколько? На 3 следующих хода. Давай. Я вообще-то вот это думал, что он делает. Сделает. Он так и сделал. Так, пробьешь за один удар? Да вряд ли. Пробил, красавчик! Иритатор, ты жгешь? Так, о, Гаргозавр, это достойный противник. Бьет больно. Крит. Так, это был второй ход. Это был второй ход. Давайте, давайте специально дадим ему шанс. Вот я это, я хотел кровотечение, дайте мне кровотечение побольше. Так, и последний бой наш на сегодня. Это иммунитетные, ребята, иммунитет. Блин, а я так хотел кровотечением побаловаться. Ну, хоть у этого иммунитета нет. Ладно. Так, кого будем брать? Что у тебя есть? Это не сработает. Блин, вот эти удары классные, они же не сработают. Ну, можно критануть. У тебя что? Тоже есть крит. Плюс 60% к криту. Я правильно услышал? Слушайте, у меня у всех вот этих ребят получается крит. Ну и Аласина давайте возьмем, ладно. Барионикс эпический у нас сегодня будет за бортом.
Ну сейчас будем криты раздавать, раз такие дела. Так, кто у нас тут пошустрее? Ну вот этот самый шустрый, 126, скорее всего, да? Тогда его про запас оставим. Мегалозавр. Он такой, в принципе, средних размеров. Хищник. Так, ты вообще переживешь тут пару ударов? Ух. Контратака и усиление. Кстати, может пробить сразу же. Нет, не пробил таких. Ого. На, так, ну пробил вот этим, да, контратакой. И поставили щит мы. Противник думает. Ну, а Фекадон, да, не, блин, щиты, конечно... О, кстати, против него-то щит отлично подошел. А ну-ка. Ну, то есть щит он не снимал как раз. В принципе, было это все нормально. Все по плану. Раджазавр. Вот это ему больно прилетело. Еще и с критом. Так, бах, контратака, смотрите, какая у него была зачетная. Добивай. Блин, ну тут без крита, ну как ты мог? Ну ладно, у тебя еще есть шанс. Ну он контратака его добьет. Блин, контратаки какие зачетные по косарику. И классно они так рычат вот это. Димитрич появился. Ну, он быстрее. Давайте, Алан Килозавров. Ну, ему, правда, броня тут не спасет, да? Да, броня его вообще никак не спасет. Но он слабовато бьет. А, у него усиления нет. А вот, вот это Аласинозавр выдает. Молодец. Ну, спинатозавру работы не досталось. Ну и насыпали нам нормально так генов. Тех же, в принципе, с кем мы и сражались. Так, давайте еще откроем вот этот инкубатор. Так, ну что, начнем с кого? Давайте начнем вот с этого парнишку. Голова авокадо. Так. Вот такой вот перец нам попался, да? И у него тоже есть паралич. Он нам отвечает тем же. Но мы успели его продемажить, а он, в общем-то, нас нет. Ладно, давайте бьем с подмены. У нас зато будет открыт удар, опережающий паралич. Мы всегда сможем на него подмениться. Короче, набраться акробатца подменились. 4300 жизни у этого кактуса. Тут индоминус. Ну да, против него, конечно, особо не повоюешь. Так, кто у меня здесь там здесь есть? Вот кто у меня есть. Так. Ну давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин. Неаккуратненько вышло. Ну вот, давай. Трики-трики. Хотя тоже, да, выбор что-то не шибко веселый я сделал. Он как раз сквозь броню-то и пробивает. Но мы, по крайней мере, да пошустрее получаем со 107, а у нас... А у нас 108. Угу. Разобрались. Надо было просто раньше подменяться на магнипиритора.
Ну, минус 90% это вам не 50%, 90%. Ах, таки прокусил. Ну ладно, значит, время. У кого тут у меня опережающий паралич уже открыт? Ах, почему не открыт? Блин, что за фигня? Ну ладно, и так пробили. Блин, неплохо кританул. И хорошенький инкубатор нам эпически попался. Так, кого возьмем, кого возьмем, кого возьмем? Давайте вот этого парнишку. Нравится он мне. Нравится. Так, Стегадей. Стегадей. На два хода надо его нерфить, а то это больно. Стегадеюшка, да, это больно. Блин, у него же очищающий удар есть. Так, следующий удар у него будет... Точнее, будет прямо сейчас и будет двойной урон. Должны выжить. Ну и он выживет. Так, вернулась к нам скорость. И пора пробивать. Блин, я же тоже могу очиститься ему сразу же. Ну, без разницы. Ну, нормально, молодец, справился. Кто следующий? Так, три Астроникс. Вот. Так, он ходит первым. 124 у него скорости, и он сейчас себя будет усилять сразу же. Ну ладно. Магнипериттер, значит, сейчас мы возьмем и успокоим его. Узбагойся, называется удар. Мы быстрее, и мы нейтрализируем. Облом такой сейчас получит. Три Астроникс. Ну давай, ну... Он думает подмениться? А, это было понтово. Но у него же еще есть удар. А, но этот не наносит урона на удар. Ну все, прощай, мой друг. Мой друг ужасный. Черепозавр, ё-моё. Ходячий. Так, Ютазинчик появился. Получи сквозь броню, у него же броня есть. Мы сейчас его неплохо продамажим. Ха, с одного удара, красавчик. И еще награда одна. Ну а на этом все. До скорых встреч.